я вещи пропавшие. В Камышлове у меня дом пропал. И я умерла. Мне надо на суд. То, что я мертвая, мне надо восстановить. Мне пенсия большая. А вы числитесь мертвой? Я мертвая, да. Мне надо в Камышлов. Камышлов. Чтоб меня восстановили, чтоб документы, чтоб пенсию получить. Ага. А зимой в морозы как вы выживаете? Тут холодно? Ой, никак. Подвал не хожу, в подъезды не хожу. Но не замерзла же я. А так вы в одиночку живете? Вы... Конечно, был. И чтобы здоровье поправить, маленько у меня желудок плохой. Я в больнице не бывала, я не пойду туда. Но болели ведь, наверное, там температура была, еще не может надо. Что-нибудь. Я здоровая. Да, чуть не убили, ну, это расскажите. Уже прошлый вопрос. Молча вытащили, добить начали. Ночью? Да, 2 часа ночи. Деньги дай, телефон дай, дай ценное. Забрали, что все забрали, лекарства забрали, все забрали. Сейчас мне 63. Я не жалуюсь, жалуюсь. Мне сына найти надо. Помогите сына найти.